Всем приветики, с вами снова я, и сегодня у меня покупочки для дома. Некоторые покупки я сделала на сайте AliExpress, некоторые в местных магазинах. Давайте приступим. Первым я покажу вам форму для выпечки, которую я купила в магазине. Вот такая вот она, раскрывающаяся, дно вынимается, но не разъемная. Вот это, по-моему, не раздвигается. Вот, также закрывается. Вот, дно держится, не выпадает. Диаметром 26 сантиметров. Зенкер, изиклин. Ну, как пользуется, в принципе, все пишут. Сделано в Германии. Купил я ее около 350 рублей, по-моему. Она была тогда со скидкой. Больше ничего о ней сказать не могу. Пока еще не пользовалась. Решила сразу показать вам. Следующим у меня идет вот такая вот вещица. Я ее уже вскрыла, коробку. Тут у меня елочка. Новогодняя елочка. Сейчас я ее достану, покажу вам. Вот такая вот елочка. Вы спросите, зачем я ее заказала? Но на самом деле я ее не заказывала. Мне пришла посылка, я даже не поняла от кого. То ли это подарок от продавца, у которого я покупала, то ли прислали на обзор. Но на обзор, я думаю, вряд ли, потому что у меня очень мало подписчиков. И не так много просмотров, чтобы присылать мне. Поэтому я даже не знаю, откуда пришла мне эта елка. Я ее посмотрела, но еще не вытаскивала язычок. Сейчас я его достану и посмотрим, работает она или нет. Вот елочка работает, включила. Меняет цвет. Ну, в принципе, на Новый год она была бы самое то. Но если учесть, что сейчас уже весна, то эта елочка мне уже не пригодится в этом году, только ближе к Новому году. Но если считать, что у китайцев Новый год в феврале, в принципе, он, скорее всего, продавец, я так думаю, это с Китая, прислал мне ее на Новый год. Может быть, вы мне подскажете, где узнать, как посмотреть, кто прислал, потому что мне самой жутко интересно. Я посмотрела в интернете, такая елочка стоит где-то около 100 рублей, в принципе, недорогая. Ну, на новогодний стол или возле елки поставить очень интересно. Спасибо тому, кто мне ее прислал. И последнее у меня идет вот такая вот огромная посылка. Меламиновые губки. Их я уже как-то заказывала. Одну упаковку на пробу. Мне они очень понравились. Они понравились также не только мне, еще моим знакомым, друзьям, родственникам. Поэтому у меня заказали целую кучу. То есть я заказывала себе и заказала им. Тут у меня должно быть 8 упаковок. Сейчас откроем и посмотрим. 8 упаковок на самом деле или нет. Так, открою я, наверное, ее сбоку. Вот, разъединила я весь скотч. И, как мы видим, 2 пакета. Оба открывать, я думаю, не буду. Открою пока только один. А второй открою потом. Посмотрим, как же здесь упаковано. И на что это похоже. Дальше я вытаскивать их не буду. Как мы видим, губки лежат просто в ряд. Сейчас посчитаю, сколько в одном ряду. 5 рядов по 16, получается 80 штук. В принципе, все ровненько сходится. Открыла второй пакет, тут тоже 16 штук в ряд. Тоже все правильно. Так что губки я свои получила. Товаром я довольна. Мне уже даже заказали еще 3 упаковки. Ну, думаю, я закажу еще. А сейчас я вам покажу, как на самом деле действуют эти губки и почему в таком количестве у меня их заказывают. Я перенесла камеру на кухню, чтобы показать, как действует губка. У меня на столе пролился чай. Как мы видим, стол он чистый, не отмывается тряпкой ничем, но губка его ототрет. То есть заварка въелась, ее только если вот пальцем, наверное, скрябать, даже я не знаю, чем ее отмывать, в принципе, она вообще въелась в краску. Буквально краешек губки я намочила в воде, и теперь начинаю тереть то место, которое я хочу отмыть. Я не знаю, видно вам, но я уже замечаю разницу. Что хочу сказать еще по поводу губки. Губка на самом деле обладает каким-то чудодейственным свойством, что ли, или раствор там такой. Она отмывает практически все. Обои, металл, особенно нержавейку, и не окисляется. В принципе, я ей отмываю все, что, ну, вот вообще вот в голову приходит, абсолютно все. И она справляется со своими свойствами на все 100. На этом у меня все. Кому понравилось мое видео, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Ссылочки на губки и на елочку я тоже поищу. Оставлю. Спасибо за просмотр. Всех целую. Всем пока.